вручена за 5-й международный Харьковский марафон. 42 километра. Более 10 тысяч участников. Более 25 стран. Представители 25 стран. Полиция тоже бежит.
своей душе звучит, мягко говоря, неоднозначно. Но в данном случае понятно, о чем речь. Главное, чтобы военные не бежали. Да, там какое-то бутылочное горлышко. Тоже сегодня стали. Одежда на небо спортсменов. Молодцы! Это имели. Это кто, как я записал, на фон. Красота. Харьков, 29 апреля 2018 год, 9.34 осталось по Киеву. И вон у нас фитнес, где будет. А бежать спортсмены будут через парк Горького, по Пушкинской, ну, в общем, по красивейшим местам города Харькова. Квадрокоптеров хватает. Разрешите? Спасибо. Спасибо. Они не давали. Молодая девочка догоняет.